Я на Татнефть-арене провела 2 мастер-класса на тренировочной арене, и сегодня мы будем здесь смотреть хоккей Акбарс против ЦСКА. У тебя вот ключевые достижения за этот сезон? Ключевые достижения. Я выиграла чемпионат России по прыжкам. Я сделала 8 тулупов, четверных почти, на одном была помарка или 6 за подряд. За одно выступление? За одно выступление. У нас просто чемпионат России по прыжкам – это новое введение, и мы там только прыгали. То есть не катались, просто прыжки. Физически это намного тяжелее? Ну, морально скорее тяжелее, потому что… Боясь ошибиться? Да, вот у нас прям каждая ошибка очень ценилась. Вы же в космос можете полететь, вас просто как в центрифуге, вот так каждый раз. Если я не ошибаюсь, на какую-то долю миллисекунды мы как раз-таки в стратосфере. Да, в невесомости. Да, и на самом деле в четверных намного приятнее, чем в тройных прыжках. То есть ты прям чувствуешь какой-то драйв в четверных. Камил, да, теперь серьезный вопрос. У тебя было такое довольно-таки крутое преодоление карьеры после того, как завоевала олимпийское золото. Многие говорили, как бы и ждали завершения карьеры, но ты продолжил и продолжил на высоком уровне. Откуда силы? Как ты вообще это делаешь? Маленькая хрупкая девочка, настолько мощная. Ну, на самом деле, сначала было сложно очень продолжить, но поддержка со стороны тренеров, поддержка большая со стороны родителей, со стороны болельщиков и какое-то просто нахождение внутри себя желания продолжить и желание именно кататься уже не для каких-то там просто для результатов, а для публики и для какого-то внутреннего удовлетворения, наверное, превысило это все желание. Какой класс! Кайф, и вы все сможете насладиться катанием Камилы завтра в Татнефть-арене. Я не знаю, остались билеты или нет. Мне кажется, что все уже... Остались. Еще есть. Еще есть билеты. Тогда обязательно берите билетики и приходите. Да. Всех ждем. В целом, довольна своим сезоном? Довольна. Очень довольна. Особенно концом. Я сделала тот элемент, который мне не получался на шоу, кстати. Я сделала тройной аксель, который не получался в сезоне. Вау. Ну, у тебя еще один важный этап совсем скоро. Это 3 очень страшные буквы. ЕГЭ. Да. Но у меня... Что с этим делать? В этом году только по математике ЕГЭ. А в следующем по русскому и биологии. База, профиль. База. Откуда? Ну... А, ну ты недавно закончил тоже. Я думал, откуда вы все это знаете? Нет, ну на самом деле это уже после соревнований как-то спокойнее воспринимается. А как учиться и готовиться к выступлениям? Все эти аксели, тулупы, еще ЕГЭ. Я люблю математику, поэтому с удовольствием готовлюсь. Правда, последнюю неделю две, наверное, не готовилась. Это очень плохо. Мой учитель по математике немного зол на меня. Но я думаю, я это быстро наверстаю. Какая красота. Много сил, много энергии. Но и, конечно же, пару шайб нам нужно, собственно, для математики. Да? Да. У нас зрители ТНВ опять к нам хотят. Ну что, да, считанные секунды остаются до начала второго периода. Камила, еще раз мотивации, напутственные слова к Барсу. Удачи хотим еще от тебя. Раз, да, удачи, уверенности в себе. Верьте в свою команду, в совместную работу. И просто радуйте нас, болельщиков. Удачи. Камила, просто победить Валиева, нужно, спасибо, да. Спасибо большое. Да. Победы. Ну что, фартовая, надеемся. Только что был прямой эфир. Мы подарили цветы. Мы пойдем на матч ЦСКА.